Всем привет, на канале Готовим Вкусно, с вами я, Павел, и сегодня я решил записать такой длинный достаточно ролик, растянутый во времени, он будет состоять из трех частей. Наступило лето, всех задолбали уже шашлыки, но все будут продолжать пить пиво на природе, там просто вечером посидеть где-то возле речки и хотят все каких-то ништяков к пиву. Сейчас мы будем готовить с вами ништяки к пиву, либо это же можно использовать как мясо для походов. Итак, что у меня получилось? На днях мне попала вот такая часть козленка. Это бок козленка вместе с задней ногой. Что мы делаем? Ну, ребра нам не надо, мы их отрезаем. Вот так. И вот такая красивая у нас хорошая козья нога. Ну, из козла можно приготовить достаточно много всяких интересных вкусных блюд, но я решил сделать что-то наподобие, во-первых, бастурмы. Ну, из козла бастурма не делается, но вот завялить козлятину вкусно и аппетитно можно. Пока вы смотрели предыдущий ролик, где мы что-то коптили, я решил заснять вот такое видео. По времени приготовления оно займет недели 4, вот где-то так, плюс-минус. Мясо здесь достаточно толстое, оно на кости. Нам нужна емкость подобрать, где мы его будем засаливать. Да, как я ожидал, она нам не подойдет. Хотя, с другой стороны, можем лишнее убрать для красоты. Итак, отрезав часть кости, получили вот такую голяшку. Так. Ну, вообще заморачиваться ради одного кусочка мяса не стоит, потому что ждать долго, кушать хочется, возле него ходить танцевать очень много, смотреть, как оно сушится. Соответственно, мы будем готовить сегодня не только козла, но у нас есть кусочек говядины и также есть курица, которую мы будем все засаливать. Если кому-то не втерпешь, на канале есть видео приготовления бастурмы из телятины и приготовления бастурмы из курицы. Вы можете посмотреть. В этом видеорецепте я немножко поменяю набор специй, учитывая там то, что я готовил ранее. Вы должны понимать, что мясо в процессе засолки минимум на 50% потеряет свой объем. То есть, если у вас килограмм мяса, готового продукта у вас выйдет грамм 500. Итак, соль. Это первый этап, он средней длительности. Я взял самую обычную каменную соль. Вам надо соль без йода, иначе он будет давать горечь. И для засолки он не подходит, такой вид соли. Засыпаем соль в контейнер. Смотрите, здесь у нас, во-первых, кость, которая может начать гнить при неправильной засолке. Баранина, говядина и курица будут мариноваться разное... Не мариноваться, а точнее высаливаться разное количество времени. Здесь мясо должно просолить прямо до кости. Оно будет высаливаться дней 7. Закладываем. На низ нужно ложить достаточно много соли. Потому что с мяса будут вытекать различные соки. И будет там соль раскисать. Эти все такие большие кусочки растираем. Я вам показываю сейчас рецепт, как готовят в основном в Испании хамоны. Их не, там ничего не сливают, ничего там не заглядывают к ним, их закладывают на определенный срок в соль, и они там просаливаются. Аналогичным образом мы поступим и с этой козьей ножкой. Соль дешевая, жалеть ее не нужно. Там уже кто-то попытается сэкономить. Сэкономленная соль чревата отравлением пищевым, причем весьма серьезным. Засаливать можно как в каких-то пищевых контейнерах, так и металлических емкостях, предназначенных для приготовления пищи. С ними ничего не случится, не переживайте. Это все мы вот так делаем. Все, козлик у нас готов. Закрываем контейнер и отправляем его отдыхать. И приступаем к нашей говядине. Такой вот у меня хорошенький кусочек. Вам не обязательно брать какую-нибудь там супер первосортную говядину, наоборот, чем будет более плотное мясо, тем лучше. Срезаем с нее пленки.
они нам не нужны в блюде, и они будут мешать проникновению то, что называется, влаги изнутри наружу. В принципе, пользуясь опытом из прошлого видео, я, наверное, сразу поотрезаю кусочки, которые будут здесь лишние, которые будут мешать вот, формировать. То есть вот этот кусочек пересохнет, а дальше вглубь еще будет такое живое, называется, мясо. Поэтому мы по форме, делая плюс-минус равномерно, отрезаем кусочки лишние. Так. Пленочки счищаем. Итак, почищенное мясо, ну, насколько у меня хватило терпения вырезать вот эти все пленочки, аналогичным образом, как и козлятину, кладем в соль. Такой вот у нас кусочек будет. Не забываем, что он уменьшится примерно в два раза в процессе засолки. Так. Запоминаем, что мясу на кости нужно где-то дней 7. Мясу без кости, ну, где-то дня 4. Для такого толстенького кусочка в соли побыть дня 4 будет самое то. Ну, четверо суток, грубо говоря. Так. Также закрываем, чтобы не попадала лишняя влага. Опять же таки, расход этого мяса, вот эти 500 грамм, это на компанию из 5 человек буквально, ну, на один вечер попить пиво. Поэтому всегда планируйте, сколько мяса вы будете готовить, потому что готовится оно длительно, оно очень вкусное и расходится просто моментально. Ставим второй, третий. Итак, у нас остается еще вот такая классная штука, это куриная грудинка. Она будет высаливаться всего 2 суток. Получается нежная, прозрачное мясо на выходе. Ситуация та же самая. Выбираем емкость и просто тупо засыпаем солью все. Я думаю, вы понимаете, почему ролик я буду разбивать на 3 части. Я хочу, чтобы вы начали готовить уже сейчас, когда вы его посмотрели, а не я выпустил через месяц ролик, а пока там туда-сюда, и уже, короче, лето закончилось, и в бастурму уже, собственно, негде и вялить, и все остальное. Вот так вот. Куриные грудки я буду в миску какую-нибудь вот такую закидывать. Курица, мясо достаточно нежное, во-вторых, как и на сковороде, оно долго, быстро готовится. Аналогичным образом оно и быстро просаливается. В силу своей плотности волокон, белка. Вот так. Сверху еще раз все это. Вот такая мисочка у нас получается. Крышки у меня нету для нее такой плотной, чтобы она не пропускала влагу. Поэтому воспользуемся пищевой пленкой. По диаметру оно как раз отлично подходит. Вот так. И перегибаем. И делаем вот так. С технической точки зрения сюда уже не попадет никакая абсолютно влага. Итак, друзья, все эти контейнеры по времени приготовления будут идти по-разному. Быстрее всех будем снимать видео про курицу, потом мы будем снимать видео про говядину и потом уже про козью ногу. Для людей, которые сейчас будут летом планировать куда-то ехать в кемпинге, где-то на природу, дикарем отдыхать на море, идти какие-то походы в горы, с этого мяса можно готовить суп. Жарить с ними яичницу. Оно не испортится в любую жару. По окончанию приготовления срок годности его будет около полугода. Соответственно, никаких пищевых отравлений, то есть, ну, вам не грозит. Мало того, что это отличная закуска к пиву, также это отличный запас мяса для каких-то длительных походов и переходов. Отправляем это все в холодильник, либо в погреб. И так, как я и говорил, курица 2-3 суток максимум. Говядина 4 суток. И козленок 7 суток. И смотрите в нашем канале следующие ролики по каждому из этих типов мяса. Сейчас у меня пока все. Увидимся с вами через 2 дня. С вами был канал Готовим Вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в ближайшее время на канале.
Пока. До нового выпуска.